друзья, мы также пришли поддержать наших спортсменов. Я знаю, что для спортсмена, да, я думаю, многие у вас здесь даже, кто занимались, знаете, что такое мечта всегда попасть на Олимпиаду, выступить на нее. И это очень тяжело, когда ты не попадаешь, или не просто не попадаешь, или просто туда не берут, из-за чего и не знаешь. Поэтому я, конечно, поддерживаю своих спортсменов всех, наших биатлонистов особенно. Будем за них болеть, будем за них радоваться, и они всегда в душе, мы будем знать, что это русские спортсмены, наши спортсмены, и пожелаем им удачи. И надеюсь, что вот до 4 числа определится, и все-таки остальных наших тоже допустят. Тогда наша команда будет сильнейшая. Спасибо, что все пришли, поддержим наших спортсменов, и ура!